Новый легкий современный самолет L-410 с 30 октября начинает выполнять авиарейс Иваново-Казань-Иваново. Перевозки осуществляет авиакомпания «Оренбужье». Сейчас в их парке 5 самолетов. Летают они в 10 городов России и один город Казахстана. Это авиасудно было куплено в 2013 году за 186 миллионов рублей. Самолет двухдвигательный, оборудован местом для ручной клади и туалетом. На хвосте кружевная паутинка, имитация пухового платка главного бренда Оренбурга. Самолет оборудован самой современной авионикой, имеет метеолокатор, оборудован системой предупреждения близости Земли, системой предупреждения столкновения в воздухе. То есть самое-самое современное оборудование на этом самолете. Кабина практически как у Боинга. Самолет L-410 на 17 мест. Для того, чтобы рейс окупился, даже с учетом государственных субсидий, при каждом полете в салоне должно быть не менее 10 пассажиров. Предполагаемая частота полетов – 3 раза в неделю. Правительство несколько опросов проводило, и в числе тех городов, куда жители хотели бы, чтобы были авиационные полеты, Казань присутствовал всегда на первом месте. Ну, у нас традиционно экономические связи, и у нас много живет татар в городе, которые, наверное, хотят летать в том числе и в Татарскую республику. Поэтому мы надеемся, что самолет, рейс будет востребован. На той неделе прошла встреча замгубернаторов Владимирской, Костромской, Ярославской и Ивановской областей. Соседи обсуждали как раз авиасообщение и возможность создания авиакооперации. Эта идея родилась у нас, когда мы обсуждали возможности каждого аэропорта, что Ивановский за аэропорт. Один шаг остался до статуса международного возобновления открытия. А в Костроме там сегодня приходят инвесторы, которые будут поставлять самолеты для грузовых перевозок. И мы можем отсюда направлять клиентов туда. В то же время на какие-то рейсы, которые мы летаем и планируем, из Костромы не полетят. Поэтому вот в разговоре вот эта идея кооперации возникла. Летать по стране и не только, минуя столичные аэропорты, возможно, через несколько лет это станет реальностью. А пока стоит признать, Ивановский аэропорт сделал и без того большой шаг вперед после многолетнего простоя. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.